Воскресенье в Самарской области будет облачно и пасмурно, осадки в виде дождя, чуть похолодает. Температура днем плюс 7, плюс 10, ночью 1-3 градуса выше 0. Ветер преимущественно южный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани облачно, осадки в виде дождя, днем плюс 10, ночью плюс 1 градус, ветер южный 4 метра в секунду. В Тольятти малая облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 9, ночью 2 градуса выше 0. Ветер южный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой дождь. Днем плюс 7 градусов, ночью плюс 2. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное. 737 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 78%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.